Итак, погнали. Самое главное запомнить начальный столб. Не знаю, не придумали мы адекватного самого способа замерить, но между столбами вот этими фонарными мы замерили расстояние, оно 30 метров. Потом посчитаем количество столбов, ну и соответственно количество метров. Если там какой-то будет остаток лишний, у нас есть рулетка. Все это замеряем. Ну как бы и так видно столбы, вот на видео можно посчитать. И получить примерное расстояние. Но мы надеемся на уверенную победу. Да, Макс? Ну а что ты, Макс, хотел? Сложности такие вот. Деньги просто так не зарабатываются. Тем не менее, он идет. Thank you.
Главное, не забудь, Макс, что не надо мяч ловить не вовремя. Давай, давай, Макс, давай. До лагеря недалеко осталось. Пару километров еще. Еще пару километров и победа за нами. Давай, давай, давай. Колени подключай, не забывай тоже, если надо подстроиться под мяч. Главное, с асфальта не сойди, а то собьешься. Блин.
Да, а как мы это расстояние будем мерить, я не знаю. Офигеть. Я уже забыл, с какой мы лавочки начинали. Надо будет видео вначале смотреть там. С какого столба. Мы же его толком не пометили. Еще посчитать количество раз твое надо. Может, ты рекорд свой побил. Нормально, нормально, давай, тащи. Хорош, хорош, давай, давай, Макс, тащи. Уже подустал, да? Сейчас еще и в горку пошли. То мы с горки спускались, а тут же подъем. Давай, давай, хорош. Да где мы тут закончили, чтобы потом это место запомнить? Вот прям стой, подожди, вот на этом месте, да, получается? Вот. А, вот пенек, вот, тут возле этого пенька. Все.